Быть не только образованным, но и разбираться в информационных технологиях, уметь общаться с людьми и многое другое. Всеми перечисленными качествами должен обладать сотрудник многофункционального центра. Чтобы определить лучшего из лучших, в структуре проводится специальный конкурс профессионального мастерства. Ежегодно проходит на всероссийском уровне конкурс «Лучший специалист МФЦ», и всегда проходит сначала региональный этап. Вот сегодня проходит второй этап. Это наш региональный, где 18 лучших сотрудников МФЦ со всего нашего региона приехали защищать свои проекты. Будут победители, первое, второе, третье место, и получат свои вознаграждения, это 3, 6 и 9 тысяч. Конкурс позволяет проанализировать работу центров и уровень подготовки сотрудников. Главное задание для конкурсантов на втором этапе конкурса – попытка найти выход из сложившейся проблемной ситуации, которую для них подготовило строгое жюри. Далее – самопрезентация. Презентация состояла из видеороликов, в которых мы должны были выявить те ошибки, которые делают сотрудники, и исправить их. Я представляла свою работу в многофункциональном центре, объясняла, почему я участвую в этом конкурсе, как я попала в многофункциональный центр. По завершении второго этапа конкурса на заседании конкурсной комиссии подсчитываются его результаты путем суммирования оценок конкурсантов, полученных по итогам выступления участников и анализа видеоролика, которые отражаются в протоколе. Лучший специалист многофункционального центра Ульяновской области автоматически попадает в финал конкурса, где будет защищать честь региона уже на всероссийском уровне. Елизавета Шестопалова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.